всем привет, ребятки. Мы сегодня поиграем в Ravenfield на карте под названием Nuketown, USA. Короче, город после атомного взрыва в Америке. Я взял, значит, АК-47 с оптикой, снайперский АК-47, какой-то РКУ-12, не знаю, мне это чем-то Сайгу напоминает, пистолет с глушителем и автомат с подствольным гранатометом. А чё какое-то все розовое? Вообще какая-то жесть просто происходит. Офигеть. Так, а это что вообще такое? Куда мы вошли? Чё оно какое-то все странное? Я вообще не пойму, где мы бегаем? Чуваки просто падают. Что это за тени такие? Это что такое? Чё это такое вообще происходит? Чё-то я нифига не могу понять пока что. Офигеть! Вот это так взрывчик. А я могу вообще по ним стрелять? А что это все такое прозрачное какое-то? О, вот это вроде противники прямо вот здесь. Вот. Да, вот они. Ай-ай-ай, по мне гасит. Капец. Все как-то очень странно. Ай, блин, не туда стрельнул, надо выше стрелять. Так, проходим. А я не пойму, они за стенкой? Да, они за стенкой. Ой, вот красная. Вообще, капец. Вроде здесь мы можем, да, идти? Угу. Огонь по красным. Тихо. О, взрыв, капец, какой. Меня аж откинуло. Что вообще происходит на этой карте? Так, надо перезарядить подствольник. Огонь! Чё, не попал, что ли? Серьезно? Что это за такие взрывы? Ай-яй-яй, меня все-таки убивают. Вообще что-то непонятное происходит. Давайте возьмем, наверное, какую-нибудь пушечку, не снайперскую. Для ближнего боя подойдет нам, в принципе, какой-нибудь пулемет. СМГшка вот есть. О, давайте ЦЗ-805 возьмем. Ну, вообще, что-то как-то очень сложно на этой карте играть. Так, вот сейчас они будут выезжать. Вот они, да, их вижу. Блин, уже не вижу. Умри. Все. Он живой? Да, он живой. Все, мы его добили. Что за карта такая какая-то? Непонятная, очень непонятная. Блин, какие-то прозрачные стенки. О, вижу их. Нет, я их не вижу. Вот этих я видел. О, вижу. Все, убил. Вот еще чудика вижу, челика. Вот, на, умри. Все, добили моего. Так, подствольник. На. Давай быстрее перезаряжаем. Я вообще ничего не пойму, что здесь происходит на этой карте. Какая-то просто нереальная карта. Почему все какое-то прозрачное, тени какие-то. Короче, жесть какая-то вообще происходит. Что это за объекты такие прозрачные? А, и здесь вон противники прям, да? Это ж противники. Я их вижу, да, они по мне могут даже стрелять. На. Подствольник хорошая штука. На. О, это атомный сейчас был взрыв, что ли, или что? Что вообще происходит на этой карте? Просто с одного залпа убили всех. Так, этого мы тоже убиваем. Так, ой-ой-ой, что это за пушки какие-то такие странные? Так, или это боты стреляют с фэтменов вот этих, да, или как они там называются? Или это на карте, типа, вызываются какие-то атомные взрывы такие? Крутые, жесткие. Ну, по-моему, это боты стреляют. Ой-ой-ой, а что, взрыв тут какой-то произошел? Так, я смогу перепрыгнуть? Да, могу. Ой-ой, это по мне стреляют. На, зажимаем просто.
Тихо, блин, меня сейчас убьют. А, я могу спрятаться вот здесь. Блин, убивают все-таки. Жесть. Так, давайте что-нибудь другое возьмем. РПК, вот пулемет, да, много патронов будет прям вот хорошо для ближнего боя. Карта очень интересная, но очень какая-то странная и непонятная. Вижу противника. Могу я по нему стрелять? Нет, 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 он за стенкой. Не, РПК вот здесь вот реально очень будет хорош. Много патронов. А здесь стенка, блин. Вроде и всех видно, а стреляешь и не можешь попасть. Ой, я прям чувака под стольником попал. Неплохо. Проходим, проходим вот здесь вот. Блин, здесь стенка была. Так, 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 так. Так, чувак, вставай. Вот эти чуваки вроде не за стенкой. Или за стенкой. Вот этот и за стенкой. И вот этот сейчас будет выбегать. Да, блин, патроны. О, меня откинуло взрывом, что ли, так сильно? Вообще жесть. Что за дичь здесь происходит? Так, давайте уходим в прикрытие. Ой, в укрытие, в прикрытие. Так, здесь я не смогу, да, походу, пробежать или смогу? Короче, ну его нафиг, а то я сейчас еще здесь заблужусь. Вот, вроде есть выход. Ай-яй-яй! 96 хп у меня. Вон, чуваки едут, вижу, их взрывают. Снова я падаю. Жесть. Ну, умри, умри. Вот, вот еще челик, давай, есть. Не, РПК это хорошая штука. Точнее, это не РПК, да, или что это? Это РПК, да, все правильно. РПК. Ручной пулемет Калашникова, все правильно. Да. Ну, просто там есть этот еще, как он, ПКП, его вспомнил. Я его спутал немножко, нет, это РПК. Он похож чем-то на обычный АК. Есть, конечно, небольшие различия, но не прям, чтобы очень большие. На. Подствольник здесь решает жестко. Подствольник это вообще здесь топовая штука. Будем вот так вот давать стрелять по ним. Неплохо, неплохо. Еще немножко мы сможем победить даже. Правда, мы проигрываем пока что на совсем немножко. Совсем-совсем немножко. Умрите, блин. Вообще непонятно, по кому стрелять. Вроде по вот этому. Нет, 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 нет. По вот этому. Да, вот, убили мы его. Берем снова подствольник. Ай, блин, не туда я стрельнул. Ладно, все, пробегаем. Вон вижу противника. Убиваем его. Так, так, нужно нам спрятаться. Где здесь можно спрятаться? Какая-то очень странная карта. Я вот сколько на ней уже играю, так и до сих пор не могу разобраться. Что здесь вообще происходит? И почему здесь все какое-то прозрачное? Ну да, я знаю то, что типа после атомного взрыва только тени остаются. Но... Не до такой же степени. Еще не материальные тогда эти тени. Ну какой-то просто бред на карте происходит. Так, чувака вот этого же завалите. Чё ж вы его не можете убить? Ай, стреляют это по мне, походу. Ай-яй, да, очка гасит больно. А, убивает. Капец, что это за пушка такая жесткая? Миниган, что ли, какой-то? Нам надо что-нибудь получше от этого подствольника. Так, что еще у меня есть такое прикольное? Давайте вот этот М32 какой-то, MGL, MLG, возьмем. Ну, это опустошитель обычный, только вот, а чем он отличается от других опустошителей? Ну, видно, чем-то отличается. Так, этот сейчас чудик будет выходить, мы его завалим. А ну, иди сюда. Ага, он за стенкой, ясно. Куда он зашел-то? Привет. О, он не ожидал то, что я его найду. Так, ну все, потихоньку война заканчивается, но мы, кстати, проигрываем. Это очень плохо. Да, минимально уже сражения какие-то пошли. На. А каким образом у меня стало 120 хп?
Что-то как-то странно. Уже, походу, радиация на меня действует. Так, где там эти чудики сидят? А, это по мне гасит, я так понимаю, да? Да, это, блин, по мне гасили, вон прям оттуда. Жесть. Вообще какая-то жесткая карта, непонятная. О, как их разорвало, увидели атомным взрывом? Ой, вот еще один атомный взрыв. Жесть. Чуваков просто моментально поубивало. Так, вон я вижу чудиков. Давайте их с гранатомета поубиваем. Ну, вроде все. Разобрались. Мы все равно, кстати, проигрываем. Как так? Я тащу. И мы никак не можем, блин, выиграть. О! Вот там вот где-то, да, еще есть противник. Проходим, проходим. Здесь стенка, ясно. Опа-на, вот здесь нету стенки. Блин, где? На. О-о-о. Их просто там поразрывало. Вроде никто, да, не выжил? Да, никто не выжил. Просто какая-то жесть происходит. Вот здесь вот слева противников очень много. Сейчас мы такие выходим, смотрите. На. Ой, меня тоже убивают. Атомным взрывом. Но я не хочу его брать, он сильно имбовый. Тем более я вам его уже показывал. Вот как раз посмотрите, как его используют на этой карте жестко боты. Вот здесь вот он реально очень какой-то прям эффективный. Хотя он на всех картах эффективный. Где есть скопление, можно очень легко всех поубивать. Давайте, короче, терроризировать респ красных, потому что, серьезно, нам надо победить. А мы что-то не можем победить. Так, умри, чудик. А ну иди сюда. Ну давай, блин, быстрее гранатомет берись. Ёпперсетес, с чем меня... Вообще, что произошло? Чем меня убили? С чем меня съели? Слева там будут, да, вот здесь вот противник, и надо туда прорваться и стрелять вот этого гранатомета. Подствольник я убрал. А вот этот MGL вообще будет топ. МГЛ. МГЛ, да, МГЛ. Прорываемся. Так, вон вижу противника. На. Кстати, мы сейчас можем победить. Надо буквально пару раз стрельнуть с этого гранатометика. Да ну откуда, в смысле? Очень непонятная карта. Вон они, чудики эти на машине. Надо быстрее к ним прорываться. Давайте, чуваки. Здесь могут сейчас и красные победить, и синие. В принципе, шансы у всех равные. Кому больше повезет. А где эти на машине? Вон они, вижу. Ага, тут стенка. Вот здесь нету стенки, я понял. Вот. Вот здесь они. На! Есть! Я все-таки попал по машине, видимо, и мы победили из-за этого. Да, я там всех, походу, поубивал. Сейчас добьем. Все, теперь уж точно. Мы победили. Ладно, при этом все. Сейчас мы дозачистим красных. Их совсем тут немножко осталось. Подписывайтесь на канал, если вы еще хотите увидеть Рейвенфилд, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки. Ох, как профризило. Чё ж такое произошло? Ладно, давайте всем пока-бока. Сейчас я этого убью. Давай, где он там, блин, сидит? За стенкой, что ли? А, я понял, из-за чего лагает. Смотрите, там какая-то фигня произошла, и там, походу, какой-то бесконечный, что ли, спавн этих красных. Вообще жесть какая-то. Сейчас я стрельну, давайте-ка. Ага, нифига ничего не происходит. Ладно, все, давайте. Вот такой вот баг бывает в Рейвенфилде. Всем пока-пока.